Всем салам алейкум, ребятки. Меня зовут Евгений Хайпай-Шурский. Это довольно необычный видеоролик, снимать который я совсем не планировал. Да ладно, по-моему, ты пиздец. Мне кажется, еще пристыли и мандраж. Так, Мадина, вопрос такой, самый первый. Образно говоря, отрезал себе письку! Я, которая снимаю видео для себя, а ты говоришь, какой-то мужик. Если не знаешь, не говори, блядь. Я просто похлопну. Ведь основного канала, который довольно популярен, нашему пиздюку мало. Подожди, подожди, ты говоришь, что это твой друг. Изначально деньги ему нужны были на компьютер. Они своего брата-казаха просто щемят. Пиздюк умудрился продать свой канал дважды. Мне было плевать на то, что хейтят, пока тебе уже не обидно. Продает личные данные пользователей. Этот казах, он адекватный казах. Этот же ютубер является довольно популярным гарантом. Да, эмоции в одном месте, рюкзак в одном месте, все в одном месте, качество, и монтаж. Рамки. Как можно кинуть того, кто столько всего о тебе знает? И вот это та ситуация, где реально надо перевоспитать ребенка, ребят. Наверное, самая большая тайна СНГ региона будет наконец-то раскрыта.